Ой, кто это здесь такой страшный? Что, что со мной? В кого-то я превращаюсь? Ого, я стала огнем, ребята! Всем привет, ребятки, меня зовут Спуди Додиду, и мы проходим игру Боумастер. Играем сегодня мы за воду и проходим средний супер-мега-турнир. Так, мы немножко промазали нашими этими водными водопадами. Так, а это у нас кидается мистер Квадрат из игры Red Ball. Ну, сейчас он получит у нас. Так, давайте ему где-то на десяточку. О, я забыл совсем. Совсем забыл то, что это делать нужно как можно раньше. Конечно, мы можем кидать вообще на 8 и просто попадать ему в голову. Но так не совсем интересно будет. Но просто нужно пройти этого противника, потому что он как-то совсем неудобно встал. Так, окей, мы с ним все-таки справились. Ну, теперь давайте хоть по красоте тут у нас финиш хим будет, да? Так, а мы попали. Мы попали, и у нас он сгорел прямо в нашей воде. Интересно, в нашем луче воды. Юху, смотрите, как она улыбается, прыгает. И все очень круто, ребятки. Ну что ж, если вам нравится этот персонаж вода, то ставьте лайк. И может быть сегодня мы сразимся еще с огнем, так что будет все очень круто, ребята. Так, смотрите, еще один квадрат из игры Red Ball, это лунный босс. Лунный босс, ты что здесь забыла? Ну, капельку мы в него попали. Но это не то, что бы хотелось, конечно. Но лучше, чем ничего. Такс. Как тебе такая идея, что... как-то везет ему, ребят. Фух, а вот здесь бы он мог нас попасть. Попали? Да, попали, попали. Хорошо, отлично. 40 метров расстояния. Нет. Фух, хорошо, что он промазал. Давайте на 18. Вау, что это было? Прикольно. Смотрите, мы попали ему в голову, еще этим лучом обогрели. Вот это мы крутые, ребятишки. Ну-ка, 19. Все. Просто круто. Давайте еще раз на 19. Или на 21. Все, здорово, мы с ним справились. И он у нас побежден. Так, фатальти за водой сегодня. Прыгай, прыгай. Круто. Следующий у нас будет Робин Гуд. Ну, давай, попробуй свои силы против воды, дружочек. Попробуй. Может, и огонь еще нам попадется. Он тоже здесь есть, ребят? Так, неплохое попадание, неплохое. Прямо он у нас на луч упал. Так. Ого. Это было близко, слушай. Слабо, слабо попали. Могли же уже его победить. Но почему-то слабо попали. Так, нет. Куда ты стреляешь? Сейчас кто-то получит. Ну, пускай так. Пускай так. Финиш хим. Сейчас будет вам финиш хим. Все. КО. Юху! Кто у нас побежден? Так, а следующий у нас по списку будет Леонидас. Леонидас суровый противник, но... А, точнее, вода. Хотел сказать огонь. Угу. Все-таки стоит он дальше, чем я думал. Еще у нас попал. Ну все, держи. Получай! Это было, кажется, на 27 мы ему запульнули. На 27. Так, кто-то у нас мажет. Ну, не самое лучшее попадание, хотя и в голову. Просто наше оружие именно от самого попадания не несет столько урона. Ну чё? Вот видите, вот таким лазером оно нормально дамажит. А так совсем плохо. Фу, хорошо, что он промазал. Но мы ведь включили лазер, эй! Чё? Нет, давай ты промажешь сейчас. Молодец. Молодец. Фух!
Почему так слабо-то? Сколько нам его еще бить предстоит, а я уже устал его кидать-то, а? Там уже сколько бросков-то было. Ну, все? Или нет? Ой, наконец-таки. Ну, наконец-таки. Так, лети, лети, лети. Бум! Наконец-таки, вам так плотно попали, слушайте, он быстро сгорел. Отлично, отлично. Фаталити, юху! Так, мы его победили, значит, все у нас хорошо. И, ребятки, давайте выйдем в меню. Так, акулой нам предлагают сыграть. Хотелось бы, конечно, хотелось, но, к сожалению, здесь нужно смотреть для этого ролик, чего делать я не очень хочу. Так, ребятки, мы на этом, наверное, закончим. Пойдем потом еще в турнир, да пройдем его, будет очень прикольно. Ставьте лайки, подписывайтесь, вы увидите огонь, если вы, допустим, не видели, но он здесь есть, ребят, еще персонаж огонь. Да, и пишите в комментариях, какие бы вы персонажи хотели увидеть в игре Ball Masters. А пока что я с вами прощаюсь, спасибо за просмотр тебе, дружище, да-да-да. И поставь, пожалуйста, мне лайк, если очень хороший. Всем пока.